Я хочу сказать о том, что, так, кратенько, значит, это стихотворение мне прислала одна сестра из Америки недавно по электронным там средствам связи. Я его послушал, но сердце оно коснулось. Вот, и, дело в том, что в свое время, лет, там, сколько, 20, наверное, да, назад, был такой случай, может, с лишним больше 20 лет, был такой случай в их семье. Сын у него был наркоман, и он, значит, употребив там наркотик, а потом, значит, укололся, есть такой, в общем, реагент приготовления наркотиков, типа уксуса, вот 70%, он укололся этим уксусом. И, значит, и начал быстро умирать, там скорая приехала, и в буквальном смысле, сказали, что несколько часов остается, и он умрет. Это на глазах все происходило. Он уже лежал, говорить не мог, и она побежала, она слышала, что где-то в городе есть церковь, где Бог вот совершает чудеса. Она приехала в нашу церковь, это наша была церковь нашего братства, приехала туда, там шло служение воскресное, она упала посреди служения прямо на колени и закричала, если, говорит, Бог есть, если Он с вами, помогите, у меня сын умирает. Она не была христианкой. Вот пресвитер собрался с ней, поехал, оставил там помощников вести служение, поехал к ним туда. Приехал, значит, зашел туда, с ним было несколько сестер. Он поговорил с этим человеком, говорит, ты понимаешь, что ты грешник, если ты умрешь, ты пойдешь в ад. Он говорить не мог, он говорит, хотя бы кивни. Он кивнул головой, что да, я понимаю, что я грешник. Он говорит, хочешь ты попросить прощения у Бога? Да, хочу. Значит, давай. Такой ты грех делал, такой делал. И прямо по порядку начал перечислять грехи, которые имел списание, понимание, что вот такие грехи бывают делают люди. Сказал ему, тот кивал головой, что да, это было, там чего-то не было. Он говорит, все, давай я буду сейчас молиться, а ты внутренне проси у Бога прощения. И он начал молиться Духом Святым, значит, сестры замолились, плакали. Врач сидел там, уже составлял акт, в буквальном смысле, что это смерть наступит. И, значит, он возложил руку, говорит, на голову ему, одну на живот, молился за него. И человек этот говорит, и вдруг как будто кипятком пролили, говорит, по моему телу. Служитель встал, развернулся к женщинам, к этим сестрам, говорит, не ревите, Бог сказал, будет жить, и уехал. И она уверовала, эта сестра, это мать была этого человека, она уверовала. И вот прошло 20 лет, там 20, больше с лишним лет, и вот она прислала это стихотворение. Она все это время молится за своих детей, некоторые дети у нее в церкви, члены церкви идут за Богом, некоторые еще не так. И вот это стихотворение я хотел бы прочитать, прославить Господа.